Мы ждали. И вот она пришла. Пятница. Весь город гудит. Время оторваться по полной. Примерно после этой фразы в пятницу начинается все самое непредсказуемое. Завести новые знакомства. Слушай, ты какой-то напряженный. Тебе необходимо расслабиться. Причем обязательно в женском обществе. Вот тебя бы я точно сделал. Меня? Да, легко. Меня? Поспорить на деньги. То есть ты хочешь сказать, что не могу сам заработать? А что, можешь? Хочешь поспорить? Ты работаешь официантом до 3 часов. Унесешь домой 10 тысяч рублей чаевых. Ты выиграл. Это что такое? Декор. Мы с вами получим взаимное удовольствие. Или сделать что-то совершенно неожиданное. Окей, Google. Как поймать кенгуру? Это моя женщина. Данила Козловский. А чего так мало-то? Козел. Сергей Бурунов. Вашим унижением я буду наслаждаться бесплатно. Евгений Стычкин. Кенгуру не видели случайно? О, нифига себе. Вон туда побежал. Прикиньте, думал, приглючило. Здравствуй, пятница. Наконец-то отдыхаю. Пятница. Я всю неделю дожидаюсь. Пятница. Мы с тобой как родные. Пятница. Зажигает выходные. У каждого своя. Зажигает выходные. Пятница.